Приветствую всех из Одессы, 28 апреля 2024 года. В 10:31 у нас в Одессе объявили воздушную тревогу, сообщают о активности вражеской авиации над акваторией Черного моря. Истребитель Су-34 совершал маневр пуска, не исключено, что мог быть пуск ракеты, поэтому советую всем тревогу не игнорировать, пройти в укрытие и находиться в безопасном месте. Дополнительно к данной опасности, которая присутствует, еще в районе 10 часов утра была информация о том, что разведка летает в районе Черноморска. Это означает, очень часто после разведки нас атакуют ракетами. Поэтому если летала разведка, сейчас летает истребитель, то могут быть пуски ракет. Поэтому тревогу лучше не игнорировать. Берегите себя и своих близких. Всемирного неба. До встречи. Пока.